4 часа на пределе человеческих возможностей. В Москве впервые состоялись соревнования по силовому многоборью «Фит-лига». Спортсмены должны были проявить себя в беге, на работе со штангой, а также выполнить серию атлетических упражнений. Для России это первое состязание подобного уровня. Уникальность заключается в том, что здесь участвуют не желающие, а прошедшие специальный конкурсный отбор лучшие атлеты страны. Причем их количество ограничено. К участию приняли 17 атлетов, 10 мужчин и 7 женщин. Задания для всех были одинаковые, но нагрузки, конечно, отличались. Например, в дисциплине «Скоростная лесенка» стартовый вес поднимаемой штанги у мужчин был 65 килограммов, в то время как женщины могли начать выполнение упражнений с 25-килограммового снаряда.